Ох ты! Многие, может, не видели вот такой прекрасный рисунок. Косяк, 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 косяк. Зашибись! Вообще не посмотрел. Давно баланс не держал. What the fuck, куда он поехал? Красиво. Он там подсвечивает. Здесь музычка. Я просто тупо слепая курица. Чувак, которого я чуть не снес 20 сентября, приношу свои извинения. Ты ехал на белом скутере с дамой. Я выворачивал с перекрестка налево. Посмотрел вроде направо, никого не вижу. И бац, моя мелкая меня орет. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я говорю, что я делаю? Смотрю направо, а там скутерист. Хорошо, что я всегда, когда поворачиваю, оставляю немного места свободным. И получилось, что он туда успел вот влезть в это место. Первый раз в жизни я не заметил скутериста, мотоциклиста. Приношу свои глубокие извинения. Хорошо, что ты среагировал так хорошо, да. И что там было место, куда тебе среагировать. Такое солнце, я посмотрел направо, у него белый скутер, белые шлема. Но это, конечно, да, это фейл с моей стороны. Ну а сейчас я еду отдавать мотоцикл в сервис. Как вы знаете, мне его обклеили. У меня перед этим был триколор. Я уезжаю в командировку на неделю. Сегодня 20 сентября, на часах 15:51. Через час мне нужно выдвигаться. Наверное, самый большой минус этого цвета, что он не яркий и незаметный. Практически сливается с асфальтом. Ну а если вы придадите пару ярких элементов своему мотоциклу, то его будет все равно заметно. Да все равно у вас незаметно, если вы будете лететь быстрее 150. Немножко такой прохладненький ветерок, совсем маленький. Ох ты! Видели, да, как трекшн-контроль заработал? Пробуксовочка, антипробуксовочка, трекшн-контроль, называйте как хотите. Целую неделю мотоцикл будет находиться у ребят из Instant. Надеюсь, они справятся со своей задачей и сделают все качественно. Сейчас приедем, я покажу, что за косяки у меня на мотоцикле. Вообще, нужно было сразу делать коррекции, точнее не сразу, а где-то через неделю. А я как вот обклеил мотоцикл, так и катаюсь. 2 месяца или сколько уже прошло времени. О, мое первое место работы. Вот здесь вот. Переработка строительных материалов. Помню, как сейчас кувалдой, блин, ванной разбивал, жег провода, чтобы медяшки достать. Сидел на ленте, разбирал мусор, точнее сортировал, чтобы оставался чистый строительный материал, весь в пыли, в маске. Работа мечты. Друзья, завтра футбол, Украина против Германии. Отгадайте, за кого же буду болеть я. А также много других событий лучше смотреть с нашими друзьями из Ванок. Ссылка удобно сделана QR-кодом и обычная ссылка в закрепленном комментарии под этим видео. Explosive Mike, Moto Ninja и многие другие занимаются только мотоблогом или продажей мотоциклов, или что-то связанное с мотоциклами, мотошколы там. Но это те, кто более-менее популярны. У Мишани так вообще там не жизнь, а сказка. Скутерец. Кто еще там у нас? Мото Ниндзя, кстати, только недавно ушел с работы. Ну, понятно, там Авалон, все дела. Да и просмотры хорошо поднялись. Я себе такого позволить, честно сказать, не могу. У меня потому что то есть просмотры, то их нету. Не, ну понятно, просмотры есть обычно там, где какой-то трэш, или разбивается мотоцикл, или покупают мотоцикл, или девочки там, ну или просто мотопокатушки. Но я заметил, что когда я выложил разговорный видос про агрессию, написали очень много толковых комментариев. И просто, знаете, вот комментарии обычно пишут: «О, классная жопа! О, сиськи! О, ты топ! Ты лучший!» А там действительно люди написали очень глубокие, такие выразительные, интересные комментарии. Там их было более 800 комментариев. Огромное спасибо вам за поддержку, за комментарии, за обратную связь.
Может, когда-то я тоже смогу открыть свой бизнес. Вы же знаете, у меня есть планы на бизнес. Но пока я должен работать. Мне до... Вот как будто сейчас смешно, наверное, будет, но мне до пенсии осталось совсем немного, там, пару лет поработать. Я не могу бросать работу. Если бы я раньше вот начал заниматься ютубом, да, помоложе был, тогда окей. Я бы, наверное, бросил работу всю нахрен. А у меня еще две девочки маленькие. Ну ладно, одна уже такая побольше. А вдруг что? Кто их кормить будет? Мне там один парень пишет: «Денчик, оставь на донат ссылку». Ребят, зачем мне оставлять на донат ссылку? Зачем мне оставлять, делать, точнее, спонсорство? У меня все хорошо. Мне на еду хватает. За электричество есть чем заплатить. Страховки есть чем заплатить. Есть стабильный доход с работы, если что. Просто на YouTube я действительно сейчас не рассчитываю. А с YouTube больше деньги уходят на проекты. И вот собираем денежки на бизнес. Поэтому не нужно мне ни спонсорство, ни донат. Я считаю, вообще спонсорство, ну зачем это спонсорство? У меня тут один ютубер, не буду говорить кто, ну такой начинающий, говорит: хочу сделать спонсорство. Говорят, ролики хотят длиннее люди. Пусть платят за это. Я говорю: ты что, с ума сошел? Ну блин, как так, пусть платят за это? Это знаете, как с Жориком вот в свое время. Вы и так смотрите рекламу, которую YouTube ставит. Вы смотрите рекламу, которую я вставляю. И спасибо вам за то, что вы смотрите ее. Тем самым вы поддерживаете канал. Ваша оплата, я считаю, лайки и комментарии. Все. Если там стрим сделать какой-то, ну, задонатить на что-то, да, окей. Но я, чтобы сидеть так и стримить и говорить: ребят, мне нечего кушать, задонатьте мне. Это только в исключительных случаях, когда действительно уже полная жопа. Окей, я соглашусь на такой стрим, да, на такое видео там. А пока не надо никаких донатов, никаких спонсорок. Если стрим будет, на что-то будем собирать там, окей. У кого есть лишний рубль, копеечка, почему бы и нет. Привет, дружище, и удачи. Слушайте, классно так прокатиться, осознавая то, что сезон подходит к концу. Я приеду с командировки. Там получается уже закрытие сезона, вроде погодка нормальная будет. И опять такой разговорный, да, видос у меня получается. Разговорчики в строю! Ну ничего, я как и говорил, у меня записаны разнообразные видео на зиму. Вам будет что посмотреть, поверьте мне. Нормально так встал. На перекресточке. Город вообще пустой. Где все люди? Отдыхают, что ли? А, ну да, воскресенье же. Минуточку внимания. Многие, может, не видели вот такой прекрасный рисунок на стене. Да, он патриотический, но красивый. Ой, зеленый. Да, да. Молодцы, сделали велосипедную дорожку для мотоциклистов. Не нужно трястись по этому, по этой брудис, брусчаточке. Громко, да? Вот с таким глушителем, представляете, там была у меня серия на канале. Облава была, замеряли выхлоп. Децибелы, громкость, там проверяли резину. Вообще, общее состояние мотоцикла. Сверяли номер рамы. И у меня все в пределах нормы оказалось. Я был дико удивлен. Я сам поехал и замерил, потому что мне все-таки казалось, что громковато как-то у меня этот выхлоп звучит. Но все в пределах нормы. А еще что я почувствовал, у меня снова как-то непонятно работает сцепление, точнее ручка сцепления. Видите свободный ход вот этот? В прошлый раз, когда у меня оборвался тросик, были такие же симптомы. Я боюсь, что это начинается снова. Я поставил бэушный тросик, может он где-то цепляется там. Чтобы вы понимали, новый тросик для BMW S1000RR. Какой гелик. Стоит 90 евро. 90 евро, Карл! У меня бэушный. И то спасибо хорошему человеку за подгон. Все.
Все, приехал. Instant график. Косяк. Это я протер своим коленом, когда одеваю наколенники. Косяк, который сделал я сам, когда установил вот здесь стабилизатор, который снимает по горизонту, так и не засняв ни одного видео, в принципе, в этом сезоне. Ну, может, в следующем засниму. Косяк, 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 косяк. Где еще косяк? Косяк, косяк. Это я тут порвал. Здесь косяк, вот тут косяк. Они запарятся, обклеивают, но у них неделя на это есть. Косяк, косяк. Это тоже коленом. Еще один косячок, отходит пленка. Вот еще косяк. Видите, вот, вот здесь вот. Вот он, вот. Вообще сложно мотоцикл обклеить, очень много непонятных линий. Было бы это немножко подешевле, можно было мотоцикл обклеивать каждые 2 месяца. Ну и, конечно же, плюс пленки в том, что вы сняли ее, и мотоцикл в первозданном виде. А также ребята из Ванык сделали специально удобный QR-код. Сканируй, делай ставку, для новых пользователей есть акция страховки, ставки до 10 баксов. Не забудь использовать мой промокод MOTOHUNTERS и получи 100 баксов на первый депозит. Все ссылки можете найти под этим роликом, как всегда в закрепленном комментарии, либо просто просканируйте QR-код на экране. Благодарю вас за поддержку. Удачи вам. Я болею. Друзья, на часах 18:47, пятничный денечек, и я еду за мотоциклом, да, я еду. Неделя прошла, я соскучился даже немножко. Единственное, что меня напрягает, что, скорее всего, я не успею до темноты доехать домой, так как мне нужно еще заехать к одному парню и сделать ему сюрприз. 18:59, у ребят куча работы, и, к сожалению, вот здесь вот сделали что-то, а здесь не сделали. Короче, по большому счету, вот у них была такая пленка, они заказали пленку, и пленка пришла только вчера, поэтому ничего не сделали. И моцик отстоял неделю здесь, это, конечно, жалко, но ничего страшного, потом сделаем. Надо максимально аккуратно передвигаться. Месяц сентябрь, мы все знаем, что он очень и очень плох был. У нас еще один дружище там немного разложился. Месяц сентябрь. Обратите внимание, Лада, рижская Лада. Немного неудобно, мне пришлось положить пакет с подарками сюда. Ну какой же кайф, когда неделю не катался на мотоцикле. Просто кайфули. Кайфули, фули. Как темнеет быстро. Блин, знаете, вот в Афганистане, в Ираке, там в Кувейте, в Саудовской Аравии, где там еще, там очень быстро темнеет. Рано светлеет и быстро темнеет. У нас летом все наоборот. У нас поздно темнеет и рано светлеет. Ну, типа, рано светлеет, да. А сейчас, получается, осенью рано темнеет и поздно светлеет, да? Вы не запутались? Знаете, раньше я уезжал там на полгода, на 4 месяца. И так не скучал по своим родным и близким. А сейчас вот уехал буквально на 5 дней и так соскучился по всем. Так соскучился по компьютеру, по дому, по монтажу видео. И вот думаю, так, зашибись. Вообще не посмотрела. Ну вообще, кто это? Тетка, да ей похер на все, понимаете? Посрать ей. Вот что тут? Мигалки какие-то непонятные. Я же забыл, что я хотел рассказать. Я соскучился по городу Рига. Смотрите, путешественники, да? Просто катаются. Говорит, обгоняй. Спасибо, 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 ребята. Ну все, темно. Где солнце, где закат? Все просто темка тупо. Проеду, не проеду тут. Давно баланс не держал. Оп, оп, оп. Баланс, баланс. Посмотрите, хопа, и все, дружище, я проехал, изи. Какой красивый Мерседес. Ой-ой-ой, зайчик мой. Ну а чувак деньги просит. Не знаю, у меня нет доверия, если честно, вот к таким
типа, которые ходят там вот с этими бумажками. У них же все распределено, где что, сколько зарабатывают, особенно у церквей там и так далее. Есть люди, которым действительно хочется помочь. Так, слушайте, а я знаю, кто-то поехал. А это кто поехал? И то же самое вот на Ютубе, знаете, есть люди, которым действительно хочется помочь, а есть люди, которые, вы им помогаете денежно или чем-то там, а они еще больше начинают из вас выуживать. Мне, чтобы сказать спасибо, ребята, спасибо, остановитесь вам. И таких ютуберов, влогеров, блогеров очень много на Ютубе. Мои точно помнят. Ну, нормально, нормально, ты на красный уже поехал, дядька. Мои помнят, что я делал видео о рекламе. Довольно такое большое видео, где мы разобрали, для чего реклама, почему такая реклама и так далее. Для чего лайки, для чего комментарии. Я лучше больше видео выложу с той же рекламой, за которую, кстати, я не получаю так много, как многие думают. Если бы вы знали, сколько я получаю за рекламу, ну, конечно, школьники бы сказали, вау, это охренеть, какая большая сумма. Потому что реклама на самом деле очень мало, ее трудно найти, нормальную рекламу. У меня буквально на этой неделе опять пытались украсть два раза мой профиль. Схема та же самая. Letyshop, типа, прорекламировать, скидывают мне ссылку, скачать там программку. Это как у DSCOV тогда украли канал. Если вам присылают ссылку, об этом мы, кстати, тоже с вами говорили, никогда ничего не скачивайте. Я говорю одному, я скачал, скидывайте деньги, он... Все, больше нет ответа. Сейчас второе письмо я пишу. Чувак, я скачал, у меня что-то не так с компом. Он такой, можете прислать скриншот? Я говорю, а ты можешь мне прислать скриншот ТЗ или этой программы, которую ты мне скинул? Якобы там видео с озвучкой, которое я должен сделать под рекламу. What the fuck? Я действительно похож на такого дебила, что ли, который поведется на такую хрень? Привет. Потому что это разговорное и актуальное видео. Сейчас посмотрю, что за парни едут. Ух ты, тут целая банда. Извините, я вклинюсь в вашу тусовку немножко. Блогеры с камерами все. Короче, будьте внимательны. Здесь постоянно меняется. То тут ремонт, вот песка насыпали, то тут ремонт был. Это что было? А как это он так едет тут, я не понимаю. What the fuck, куда он поехал? Что-то я не понял, вообще прикола. Это же встречка получается. Главное на песок не наехать. А, ну еще GoPro 8 у меня только что вырубилось. Ох ты! Вы видели, да? Зашибись, молодцы, какие насыпали песка сраного. Красавцы. И тут, ох ты, молодцы, вот здесь насыпали. Отлично ремонтируем дороги, красавчики просто. Респект и уважуха. Да, братишка, я тут подкрался. Так, лайфхак, ребят, смотрите. Опа, хотят, типа, посмотреть, у меня номер не заперт или нет, смотрите. Вот этот Дукати отзыв делали по нему. Ты знаешь, что Дукати делали отзыв по этим мотоциклам сейчас? Я говорю, о, Дукати делал отзыв по этим мотоциклам сейчас вроде, если не ошибаюсь. Это тестовый. А, ну тогда нормально. Сори. Я не разбираюсь, эти педали, а. Красиво. Все, ждем, ждем. Сейчас пацан придет, там сюрприз будет. Кофта, фак, югрусть. Заказать можно. Инстаграм Motohunters Merch в описании под видео. Уже сколько да, времени. Да, бодрячком. О, бодрячком, да. Друзья, знакомьтесь, это Дима. Кому хочешь передать привет? Всем моим друзьям, Данику, Кириллу, всем. Всем моим одноклассникам. Бодрячком. Ну, передайте привет. Привет. Ну, так передай кому-нибудь. Этот привет, скоро выйдет мам. Уже. Когда? Очень скоро. Я подкрадываюсь. Серый ястреб подкрался. Ехал тут мимо.
решил показать вам красотище и забрать офигенную фоточку. Смотрите, как красиво. Вон там подсвечивается. Красота, наверное? Какой музыки. Фонтан, серый ястреб. И все. И фотка. Часа 19:55. Нифига, у меня фотки не получается. Фонтан красивый, он тут фиолетовым загорается. Вот пацаны приехали, Вовлог хотят. Давайте передайте привет быстро. У вас 5 секунд. Привет всем из Зубрака. Как зовут? Янчик. Меня зовут Алекс. Алекс. Его Янчик. Да. И о чем мы говорили? Что нельзя быть слишком наглым, да? Да. Ну, нужна везде мера, да? Да. Ну, давайте, удачного вечера вам. Удачи вам. Бодрячком, как говорится. А вот эта концовочка видео пусть будет. Смотрите, Ники отдыхает. Да, Ники? А мы с Миленой нарисовали. Положи на стол, покажи. Что мы нарисовали с тобой? Автомобиль! А что это за марка автомобиля? Какая? Что это за машина? BMW? Да! Да. Вот это. Ну все, всем спасибо. До новых видео, всем пока. Скажи всем пока. Всем пока! Классное настроение. Здесь музычка. Так, друзья, вы там дико ругались, что я там рекламирую, вам это не нравится. И сказали, рекламирую Денчик сухари. Ну вот я рекламирую сухари. Демос пита чипс из арабского хлеба. Не во фритюре. Иногда можно полакомиться вот такими чипсами. Реально вкусные, но самые вкусные зеленые. Вот эти немножко соленоваты, как для меня лично. Может, кому-то понравится. Все, зарендерил видос. Вот так он выглядел в самом начале. Надеюсь, вам понравились мои вот такие простые мотобудни. Спасибо. Отличного дня вам, отличное настроение, бодрячком.